Еще раз здравствуйте, друзья. Продолжается большой футбольный вечер в режиме лайв, нон-стопом, три игры. И матч, четвертьфинальный матч Кубка ЛФЛ сейчас вашему вниманию. Динамо Гефест, две команды Северной Лиги, которых жребий свел в плей-офф второго по значимости Еврокубка, сейчас будут определять, кто же сыграет в полуфинале. У Гефеста преимущество. Первую игру античные выиграли со счетом 3-0. Да, и, соответственно, перед динамовцами тяжелая задача. Но, в общем-то, тяжелая, но выполнимая. И те, и другие в хорошем тонусе. И те, и другие в чемпионате сражаются за медали. И, в общем-то, уже не первый поединок проводят, еще на следующей неделе в чемпионате играть придется. В общем, хорошо знают друг друга и хорошо готовы к этим поединкам. Ну и составы у команд оптимальные. В общем, ждем хорошего футбола. Сейчас команды поменялись сторонами. Динамовцы в голубых кофтах будут играть в первом тайме слева на ваших экранах, Гефест справа в салатовой форме. И главный арбитр Дмитрий Ершов в такой розовой маечке. В общем, все контрастно, все достаточно ярко. Снег у нас практически растаял, который буквально полчаса назад обрушился на стадион. В общем, все готово. Ждем только финального. Ждем стартового свистка. Ну а пауза связана с тем, что Сергею Бурцеву пришлось переодеться. Его экипировка была близка по цвету с динамовской формой. Сейчас Бурцев надел зеленую футболку, как и Игорь Гришин у «Динамо». Ну и вот сейчас вроде бы все готово. Да, давайте по составам. Потому что с первых минут футбола ожидается достаточно плотно. И я думаю, что динамовцам просто надо атаковать, а Гефест не та команда, которая будет отсиживаться в обороне. Итак, у бело-голубых в воротах Игорь Гришин, номер 30. Три защитника, здесь все предсказуемо. Евгений Корнилов в центре, Илья Чижиков слева. У Корнилова третий номер, Чижиков шестой. Кирилл Орлов 18-й справа. В центре поля Андрей Тыняный, номер 17. На флангах атаки Денис Киселев, 8-й. И Михаил Тимофеев, 10-й. На острие Сергей Анохин, номер 14. Теперь к Гефесту переходим. В воротах Сергей Бурцев, у него номер 84. Три защитника. Слева направо Андрей Моисеенков, 6-й. Константин Лозбенев, 4-й. И Павел Котов, 17-й. Момент какой. Андрей Идрисов на себя мяч принимает. Он играет справа в полузащите. Сегодня в центре Максим Мухин. У Идрисова 90, номер Мухина 7. Слева в протоколе указан Артем Варакин, но играет Алексей Гусев. Сейчас у Гусева 22 номер. И впереди Сергей Эрманович, номер 8. Вот так одна замена перед самым стартом игры произошла у античных. Соответственно, Варакин остался на скамейке. Котов подключается к атаке, обыгрывает очень легко Тимофеева, прострел. Корнилов ногу поставляет. Мухин. Моисеенков. И Гусев назад. Ну вот у Гефеста, надо отметить, отсутствует Станислав Каханов. Поэтому Котов играет в обороне. Но были ситуации в прошлом сезоне, точнее, в прошлом году календарном, а в сезоне текущем, когда Идрисову приходилось действовать в защите. И я думаю, что вот эта связка на фланге достаточно перспективна. И Котов может пойти в атаку, подключиться. И Идрисов, понимающий игру, по ситуации опуститься на его позицию.
Ну и, соответственно, наоборот, Котов, если надо, вообще в профессиональном ведь футболе Котов по амплуа защитник. Так что ему эта позиция знакома. В прошлом сезоне, кстати, за сборную Севера, за молодежную, на позиции правозащитника играл. И в прошлом сезоне в Неве исполнял похожие функции. Правда, там была другая стратегия. Но неважно, я не думаю, что это ослабит как-то команду. Гефест укомплектован очень здорово. И буквально чудеса творит в воротах Сергей Бурцев. Два острых удара он уже отбил. И сейчас Андрей Тыняный на убойной позиции находился, всего лишь угловой. Моисеенко выбивает, но недалеко. Еще один момент. Анохин пробросил мяч мимо вратаря. И успели защитники опередить Тимофеева, по-моему, и за лицевой мяч выбить. Вот так. Было, наверное, секунд 30, когда Гефест всей командой на чужой половине поля находился. Сейчас динамовцы прилично так надавили. Хороший отрезок, мощный провели. Голов нет. Но у нас совершенно нет и времени рассуждать о чем-то, кроме происходящего на поле. Корнилов с мячом. Тыняный. Корнилов вынужден с Гришиным сыграть. Чижиков, Киселев. Вот видите, как высоко Котов поднимается. Здесь игра рукой была, и мне показалось, что и движение было. Ершов пропустил этот момент. Идрисов хитро сыграл. Он, в общем, не откровенно так руку в сторону выставлял, но подавал корпус влево и составленный в сторону рукой. Это не похоже на то, когда рука просто, ну, как бы в естественном положении вдоль тела находится. Момент заигран. В любом случае, в центре поля было бы это в штрафной, я думаю, сейчас эмоции были бы совсем иные. Чижиков ошибается в передаче. Идрисов поперек поля. Гусев. Опять Идрисов. Это Лозбенев. Оказался на позиции правого полузащитника. Романович. Мяч вроде бы не зацепил, но получилось удачно. Гусев. В центр пас. Мухин. Нет, здесь Тыняный внимательно. Играет правильную позицию, занимает Лозбенев. Штрафную пас. И Корнилов страхует своих партнеров. Хороший темп. Команда старается поддерживать. Но Гефест, кстати, вот обратил внимание, что нет Каханова. И из-за этого перестановки в обороне. И Котов на этой позиции, а не в средней линии, как обычно. Но нет ведь и Александра Масленникова. Собственно, поэтому изначально Варакин планировался в стартовом составе, а сейчас на позиции Масленникова играет Гусев. И Гусев замыкал сейчас этот прострел. Правда, толком пробить не получилось. Но было опасно все равно. Котов правую бровку взорвал. Посмотрите, как меняются местами футболисты. Лозбенев по Анохину высоко поднялся к центральной линии. Моисеенко страхует Котова и где-то там в позиции правого защитника. А отрабатывают за всех Гусев и Мухин. Тотальный футбол. Без Александра Масленникова. Ну вот так прямо сейчас... На усилении у Гефеста никого нет. Понятно, что Алексей Хатулев может выйти. И Евгений Ширенков наверняка появится. И Евгений Королев может кого-то из полузащитников поменять. Ну и Варакин, который вообще-то должен был в стартовом составе выйти.
по каким-то причинам не вышел. Но все-таки потери Масленникова и Каханова достаточно серьезные. У «Динамо» на скамейке Никита Митин и Павел Фарафонов. Два молодых полузащитника, которые, как только игра чуть вскроется, могут скорости просто добавить. Динамовской атаки. Ух, опасно. Тыняной блокирует удар Гусева и угловой. Ну и Дмитрий Голышев, который может получить свое игровое время. Поменяв Сергея Анохина. Идрисов подает в центр штрафной. Даже, наверное, к линии вратарской скорее. На Гусева. Тот попытался пробить. Чиркнул по мячу, но не сумел изменить его направление. Направление полета. Чижиков, Корнилов. Здесь Котов здорово накрывает Михаила Тимофеева. Мухин. Чижиков. Опять ошибка. Мухин. Орлов хорош в отборе. Тимофеев. Хорошая диагональ, но здесь и Лазбенев был на чеку, и Андрей Моисеенков на подстраховке сыграл внимательно. Манович. Мухин. Моисеенков. Котов. Теперь слева. Ну вот можно сказать про Павла Котова, что это правый защитник. Уже на всех позициях отметился. Много движения, большой объем работы выполняет всегда. Серьезное приобретение. Как и Андрей Идрисов. В общем-то, ну вот с нападающими, да, видите, какая у Гефеста ситуация. Большое интервью Алексея Швындина появилось на портале lfl.ru. Оно, в общем-то, в рамках анонса стартующей на майские праздники континентальной футбольной лиги вышло, где Гефест будет, наверное, одним из главных фаворитов. Ну и, в частности, там затрагивал коллега Александр Седов тему кадровых изменений в линии нападения неоантичных и селекции. Так вот, достаточно сравнить с прошлым сезоном, да, у Гефеста. Сейчас после этого эпизода здесь Идрисов на ударной позиции накрывает все-таки Корнилов, и Орлов там помешал защитнику соперника. Так вот, в прошлом сезоне Анохин как раз играл за Гефест, плюс был Александр Селиванов. И Алексей Гусев фактически там третьим нападающим. Ну, не стал бы я однозначно там говорить, кто первый, второй, третий, но так получалось по факту. Сначала Селиванов ушел, затем вот Анохин перешел в «Динамо». Гефест пригласил Эрика Корчагина. У него не пошло. Как сказал Алексей Швындин, Эрик отличный профессионал и классный футболист, но футбольный клуб «Гефест» и Корчагин немножечко не подошли друг к другу. И вот Сергей Романович. В данном матче играет и Гусев, и Романович. Ну, не будем забывать про Масленникова, которого нет, и который также в атаке достаточно часто действует, просто больше предпочитает со второй линии атаковать. Масленников в последнее время очень хорош. Масленников вчера сделал хет-трик в матче чемпионата против Gold Shark. Вот курьезный момент. Курьезный момент. Если не разобрались, вот я вам сейчас перескажу этот диалог. Корнилов передавал мяч Орлову для того, чтобы тот вел аут. Но
бросил его из-за головы, бросил мяч из-за головы, и это получилось как бы ввод мяча из-за боковой. Мяч был в игре, Орлов поймал мяч в руки. И, соответственно, штрафной. Вот так, на ровном месте. Бывают такие ситуации, но Орлов, естественно, и предположить не мог, что это уже, что арбитр уже зафиксировал как бы мяч в игре. Ну а Корнилов, ну, все передают друг другу мяч, все в футболе таких ситуаций в каждом матче сколько угодно. Просто вы знаете, бывает, что игрок как бы держит мяч за головой, потом так показывает, а потом демонстративно, ну, бросает другим движением, как бы показывая, что просто передает. А здесь вот не получилось так. Да, редкий случай. Тем более в матчах такого уровня подобного как-то не ждешь. Ну, для нас замена произошла. Никита Митин под 79-м номером появился и заменил он Дениса Киселева. А сейчас будет еще одна смена. Теперь в линии атаки. Анохин отправляется отдыхать. Причем по привычке, что ли, на скамейку Гефеста. А, там динамовцы, да, располагаются, да, все правильно. Вот сейчас не обратил внимания. Да, и Дмитрий Голышев под 7-м номером. Теперь у Динамо в атаке будет играть. Немножко успокоилась игра. Вот эти пару эпизодов, где потребовалась пауза, в том числе для того, чтобы арбитр разъяснил ситуацию игрокам, как-то выбило, может быть, команда из колеи. Мяч перестал держаться, особенно в середине. Но вот динамовцы сейчас такую настырную атаку провели, скажем. Может быть, немного передач в ней было. Но до удара в сторону ворот она дошла. Корнилов. Голышев открывается. Передача идет на Митина. И слишком сложно. Чижиков. Проиграл борьбу, но сохранил мяч. Вот так. И сейчас Чижиков от Гришина мяч получает. Причем находится в центре поля в совершеннейшем одиночестве. Налево. Тыняный. Голышев. Тимофеев. Нет, эта передача слишком изящная. Ее еще прочитать нужно было. Митин за спиной защитника располагался, просто не успевал. Идрисов не укротил. Сложный пас. Теперь замена у Гефеста. А Гусев все-таки перемещается в линию атаки. Романович на скамейку запасных отправляется. И Евгений Ширенков, 23-й номер. На позицию правого полузащитника. Выходит, Идризов будет теперь играть слева. Не получилось у них там с Котовым. Ну, а может быть, просто удобнее Ширенкову там играть. А Идризову удобнее, где скажут. Все равно. Универсал Андрей Идризов. Естественно, уже неоднократно мы говорили, что на любых позициях готов он выйти. И везде на достаточно высоком, стабильно высоком уровне сыграть. Семнадцать минут в этом матче прошло. Счет 0-0 и 3-0 по сумме двух встреч. Сейчас Корнилов опрометчиво так мяч пропускал. Гришин успел. Первым
к этой передаче, но было рискованно все равно. Чижиков за боковой. Вперед. Здесь здорово Лазбенев на опережение. Шеренков уже слева. Дрисов справа. Вот только начинаем расстановку анализировать, так все меняется сразу. А теперь они слева. Оба! И Шеренков должен подождать партнера, будет сам решать. За счет Идрисова уходит в центр, смещается Котов. Под левую будет убирать, бьет и высоковато. Мудреная такая атака. Справа фланга на левый, слева направо опять. И все это за счет дриблинга, а не передач. Нет, Голышев борьбу верховую пока Лазбенёву проигрывает уже во втором эпизоде подряд. Кстати, не посередине тайма, да, замена-то произошла на 13-й минуте. Обычно чуть больше играет Анохин. В принципе, это не важно. Ситуации разные бывают в игре, когда удобнее сделать замену тренеру. Тогда она и происходит. Но, вот, как правило, Анохин где-то 17-18 минут играет, а Голышев оставшуюся часть тайма. Теперь Денис Киселев вместо Михаила Тимофеева вышел. И динамская полузащита выглядит следующим образом. Киселев, Тынян и Митин. Шеренков. А вот там Мухин забегает. Очень хорошая позиция. Ему бы мяч туда доставить. Получается только с удара. И я не думаю, что Шеренков имел в виду возможный такой прострел на партнера. Скорее он бил. Но Мухин был рядом. Мог переправить. Чуть-чуть не повезло. Корнилов. Завозился с мячом. Сразу же Гусев здорово сыграл на перехвате. Идрисов открывает счет. Сами себе привезли динамовцы этот гол. 20-я минута. 4-0 по сумме двух встреч. Ну и не получается здесь интриги тоже, судя по всему. Да, можно выиграть этот матч, но вот чтобы пройти дальше, динамовцам надо подвиг совершить. И опять же, вот нельзя сказать, что Гришин ошибся в этой ситуации, но он не выручил команду. Удар был хороший, сильный, примерно с линии штрафной, да, казалось бы. Но обычно вратари, ну, с подобными мячами справляются. Да, может быть, там защитник чуть-чуть закрывал обзор Гришину, но мне кажется, что просто не ожидал, что Идрисов пробьет из этой позиции с левой ноги. Ну и как-то в темп все у Гефеста получилось. В общем, Гришин до этого мяча не допрыгнул. И некому вводить. Сказал я, что Масленников вчера 3 гола забил, но не успел рассказать, в каком матче в игре чемпионата высшего дивизиона Северной лиги. Гефест играл с Голдшарк, выиграл 4-1. Вот там отличились Масленников трижды и Мухин. Ну и победа античных какой-то уж очень простой вышла. Казалось бы, Голдшарк, идущий пятым, может навязать борьбу, но как-то не навязал. Динамовцы вчера не играли. Ну, а здесь Гусев супер момент просто не использовал. После передачи Котова. Котов, опять же, сначала на перехвате сыграл. Вот та ситуация. Идрисов спокойно отошел в оборону. Котов поднялся повыше. Ушел от соперников. Выкатил партнеру. А тот правильно бил, в принципе, в ближний угол. Ну, рядом со штангой мяч покатил. Так вот, динамовцы вчера не играли. Они должны были встречаться с АДК. Встреча была перенесена в угоду хорошему сбору на Еврокубке. Но пока не получается
завязать интригу. Гефест сделал многое. Если бы динамовцы забили в первом тайме, во втором они могли бы претендовать на что-то больше, на какую-то интригу, на какой-то финальный штурм и так далее. Сейчас при общем счете 4-0 динамовцам тяжело будет. Просто даже с психологической точки зрения в оставшееся игровое время. Поэтому и ошибки такие возникают, поэтому нужно торопиться, и поэтому много неточностей в игре. Ну а здесь что? Здесь отложена желтая карточка Дмитрию Голышеву. Слишком жестко он пошел в отбор против Максима Мухина. Правило были нарушены в центре поля, потом уже Гефест провел свою атаку, угловой заработал. И Голышева меняют сразу же. Но у Гефеста не будет замены, судя по всему. Мухин воспользовался заморозочкой и готов игру продолжить. Ну а Ершов, конечно, компенсирует вот эти пару минут. Розыгрыш углового. Идрисов назад предпочел сыграть. Лазбенев на Бурцева. Ну и все. Динамо на две трети поля только прессингует. Ну вот Анохин обозначится сейчас, конечно. Движение к вратарю, но не то чтобы на полном ходу Бурцева напрягает. Ну а здесь ошибка. Ошибка Киселева, который вообще крайне редко ошибается в передачах. Но сейчас сложная ситуация, оказался в центр сыграл, а там никого из партнеров не было. Гусев момент не использовал опять после перехвата, но в данном случае, конечно, немножко другая была ситуация и другая дистанция. Тыняный на Киселева, против того Моисеенков и Фалит. Быстро разыгрывают динамовцы. Орлов на фланг. Киселев. Нет. Это Котов корпус поставил. Заработал штрафной. Збенев забрасывает куда? Гришину. Искал вариант и не нашел ничего лучше, как сопернику мяч отдать просто. Гришин выбивает вперед на Митина. И там Андрей Моисеенков вмешался. Поэтому несколько неожиданно динамовцы еще и угловой заработали. Ну, смотрите, какие были живые и интересные 10 минут. Первые в этом матче. И насколько сейчас такая спокойная игра. Можно сказать, что и размеренная. Конечно, вот эти паузы повлияли. Ну и гол Андрея Идрисова. Бурцев от угла вратарской. На Шеренкова. И он здорово выигрывает верховую борьбу Андрея Тынянова, а? Скидка чуть-чуть неточная оказалась, не в ту зону рванул Гусев, но просто отметим, как факт. Здесь Тыняный здорово выловил верховой пас, Анохин. В центре Киселев рядом, Орлов на правом фланге открывается. Киселев уже в другую бровку убежал. И подождал, пока мяч выкатится за боковую. Да, Митин попытался Котова оббежать. Это непросто. Хотя вот они хорошо друг друга знают. Я думаю, вот прямо сейчас
там, вдали от камер, переговариваются о чем-то, обсуждая момент. Опять Шеренков здорово на втором этаже, а тут поле кончилось. И вот замена. Гусев уходит. Полагаю, что Романович должен вместо него выйти. А нет. Алексей Хатулев. Давно в команде этот нападающий. Нападающий или атакующий полузащитник. Можно и так называть. Но на какое-то время уходил в аренду в Гефес 2 за игровой практикой. Там, в общем-то, достаточно знакомых ему футболистов, в том числе по выступлениям за основную команду. Ну и Гефес 2 не является дублем, что важно. Поэтому здесь просто так переходить не получается. Но все законно в трансферные периоды. И Хатулев играл в третьем дивизионе вместе с Сергеем Нефедевым, вместе с Радиком Умяровым, Олегом Новиком. Это вот тех футболистов называю, которые в основном Гефесте достаточно долго были, но не очень много играли. Но вот сейчас, в том числе, учитывая ситуацию с нападающими, Хатулева вернули в команду вот на такие отрезки. Он интересный нападающий, у него хороший удар, во-первых, и неплохая стартовая скорость. Но, как мне кажется, по игре в подыгрыше он уступает Алексею Гусеву, а как завершитель уступает Александру Масленникову. Поэтому, в общем-то, игрок ротации. У Гефеста, кстати, в этом сезоне не такая глубокая заявка. Но если брать вот общий протокол, общий заявочный лист на сезон, мы как-то уже говорили об этом, и учитывая, что там еще Владислав Сарвели и Роман Адамов заявлены за команду, которые не играли вообще ни разу просто в Альбийской футбольной лиге. Адамов-то хотя бы играл на КФЛ, Сарвели и тут не участвовал. В общем, остается там просто не так много футболистов. Но поскольку у Гефеста почти всегда, ох, момент какой, кто там Анохин продавил просто защитника, пробил в ближний угол и в перекладину попал. Такой несколько спонтанный момент, опять за счет индивидуальных действий, но голевой вполне себе. Ну, а заканчиваю про Гефест. Поскольку постоянно все приезжают, то вот складывается ощущение, что да, много игроков, там в команде много замен в каждой игре. На самом деле, по сравнению там с Интером, например, или с ЦДК, Гефеста значительно меньше футболистов. Но у всех своя стратегия, и в том числе кадровая, это понятно. Поэтому здесь только результат определяющим является. Последняя минута, точнее уже добавленное время идет. Штрафной Гефест заработал, Котов его пробил. Мяч был очень сильно закручен, наверное, даже на нашем плане было видно. Но изначально высоковат был удар, высоковата траектория, и поэтому совсем не опасно для Гришина вышло. Гефест спокойный первый тайм провел, еще и гол забил. Так что задача даже не минимум, а уже близко к задаче максимум даже. Так, здесь рука в естественном положении. Кто не согласен, еще раз смотрите передачу на бровке. Она вышла. Прошлую пятницу. Ну и здесь, конечно, не пенальти. Алексей Швындин, Павел Котов, Андрей Моисеенко. Все выясняют у Дмитрия Ершова нюансы правил.
Да, игрок отвернулся, но рука-то у него была вдоль тела. И он ее не выставлял в сторону, и расстояние нужно учитывать от мяча до защитника. В общем, все четко здесь, я согласен. Ну и отдыхать команды уходят. Друзья, давайте тоже прервемся. Буквально через минуту-другую продолжим наш репортаж. Пока вы смотрели интересную рекламу, друзья, футболисты весьма жарко обсуждали перипетии первого тайма у своих скамеек. Особенно, конечно, у скамейки «Динамо» было громко. Но оно и понятно, команда проигрывает и по сумме двух встреч, и в сегодняшнем матче. И пока за три тайма в четвертьфинале Кубка ЛФЛ Гефесту не забило ни одного мяча. Моменты были у Сергея Анохина, например, и самый такой убойный удар в перекладину в конце первой половины. Но в целом Гефест спокойно ведет игру и закономерно лидирует. Вот так, наверное, будет сказать правильно. По стартовым расстановкам на второй тайм давайте сейчас пробежимся. У «Динамо» в воротах Игорь Гришин, в обороне сейчас. Я вот просто смотрю, Илья Чижиков, судя по всему, занял позицию центрального защитника. Так динамовцы играли уже. Слева действует Никита Митин, справа Кирилл Орлов. Вот так. То есть Евгений Корнилов сейчас на скамеечку запасных отправился. И сразу два изменения. В полузащите Михаил Тимофеев, Андрей Тыняный и Денис Киселев. И на острие атаки Дмитрий Голышев. Вот «Динамо», которое играет достаточно консервативным составом, сейчас просто удивляет. Но, может быть, мы чего-то не знаем. Например, травма какая-то у Корниловой. Просто пришлось сделать эти замены. Что касается Гефеста. В воротах Сергей Бурцев, несмотря на то, что он играет в майке Станислава Станиславского. Защитники без изменений. Андрей Моисеенков, Константин Лозбенев и Павел Котов. В средней линии Максим Мухин, Евгений Ширенков, Андрей Дрисов. И на острие атаки Сергей Романович. Вторую половину он начинает в качестве стартового форварда. Алексей Гусев и Алексей Хатулев находятся на скамейке запасных. Из тех, кто еще не принимал участие в сегодняшнем матче, но может это сделать, у динамовцев Павел Фарафонов продолжает разминку. После этой атаки продолжим. Мухин убойный. Кто там в подкате? Это Чижиков прерывает передачу. А Мухин почему-то решил не бить, а еще улучшить позицию. И Чижиков воспользовался ситуацией. Так вот, у «Динамо» Павел Фарафонов, а у «Гефеста» Евгений Королев. Ну и Станислав Станиславский, соответственно. Но он-то и не может играть, ведь его майка на Сергея Бурцева. Шучу, конечно. И я думаю, что оба выйдут. Фарафонов и Королев, я имею в виду. Королев-то вообще в недавнем матче против APC забил гол. И Гефест выиграл 2-1 тогда. Королев и Котов отличились. Ну а Фарафонов это просто побольше скорости. Может быть, как раз вместо Дениса Киселева. Вот в этой расстановке Киселеву все равно потребуется время на отдых. А Митин уже играет на позиции защитника. Рокировка Голышев-Анохин тоже рано или поздно произойдет. Но Голышев, кстати, может выйти... Анохин может выйти и вместе с Голышевым на поле. И кто-то из них просто тогда в полузащите сыграет. Голышев, кстати, тоже футболист универсальный. Еще пару сезонов назад он в «Динамо» роль последнего защитника выполнял. Анохин, наверное, более ярко выраженный форвард, но
выходил в полузащиту, например, в игре сборной Севера, когда на поле был Артак Григорян. Посмотрим. Наверное, с результатом противостояния все ясно. Не матча, подчеркну, четвертьфинала. Но игра, в принципе, оставляет тренерам возможности для определенных экспериментов. Тактических, в том числе. Опять же, напоминаю, что соперники через неделю сыграют в чемпионате. И там-то, наверное, еще большее значение игра будет иметь. Потому что динамовцы все-таки надеются, все еще надеются побороться за серебряные медали. За чемпионство, наверное, уже нет. Вот, а для Гефеста нет иного пути, кроме как обыгрывать всех подряд, включая Интер, и ждать еще одну осечку Нерадзу. Здесь все-таки определенный бэкграунд существовал в виде результата первой игры. А там только набранные очки. Любая победа без учета разницы для Динамо будет серьезным подспорьем в борьбе с Гефестом. Хотя, конечно, Гефест все равно останется выше. Но это дела внутренние. А здесь все-таки Еврокубки. Разладилась игра, но бело-голубых. Вообще мяч не держится. Пытаются вскрыть оборону соперника длинными передачами. Футболист вот сейчас Никита Митин диагональ выполнял, но, во-первых, они не очень точными получаются. Во-вторых, просто в численном меньшинстве находятся атакующие игроки «Динамо» в этих ситуациях. Ну и победитель этого противостояния, ух, Романович сейчас мог все вопросы уже снимать, ну, если у кого-то они еще остались. Победитель этого противостояния сыграет с победителем дуэли РМА «Торпедо Сити». Но учитывая, что игра уже завершилась, и уже даже результаты внесли на сайт официальный, вот сейчас мы смотрим, РМА выиграл 3-0, первая встреча выиграл со счетом 4-2, так что, соответственно, попал в полуфинал. РМА, кстати, это прошлый клуб Сергея Романовича, вот такой мостик кинем, и, соответственно, РМА сыграет с Гефестом. Ну, если, конечно, Динамо тут за 23 минуты не совершит чудо-камбэк. В другом полуфинале сыграют Титан, который оказался опять сильнее Селтика. Причем в первой игре было 2-2, да, и вот во втором матче 4-3 Титаны выиграли. Соответственно, вот это минимальное преимущество позволило команде Западной премьер-лиги оказаться в полуфинале. И во второй, его соперником, точнее, в этом полуфинале станет «Трансконтейнер». После выездной победы над усадьбой Банной второй матч «Трансконтейнер» сыграл ничью с усадьбой. И, соответственно, вот практически все имена полуфиналистов уже известны. Ну, за исключением нашего матча, который позже других начинался. Но и здесь, вот так вот, если душой не кривить, то тоже все понятно. Вы знаете, я вот просто смотрю сейчас на результаты. То есть получается, что в Кубке ЛФЛ две западные команды, да, до полуфинала дошли. Одна восточная и одна северная. И в Лиге чемпионов. Ну, сейчас посмотрим, все ли результаты сегодняшних матчей внесены. Но ФКСП точно. Уже этот результат мы знаем. И точно тройка. Представители Южной Лиги. Так, ну а тут у Гефеста контратака. Романович, ну какую неудачную передачу отдает на Шеренкова. И Котов тут подключался справа. Ну, Романович чуть-чуть должен был как-то получше мячом распорядиться. Так вот, к Лиге чемпионов возвращаясь, Мега-Титан опять разгромил Пивдом, опять забил 9, но на этот раз
Северо-восточный чемпион сумел два мяча провести в ответ. 18-2. Неплохо, да, для четвертьфинала. В общем, Мега-Титан вышел в полуфинал. И ЦДН, команда, обыгравшая крупно Кайзер. Если в первой встрече была ничья зафиксирована, здесь на Флотской команды играли, то на Седой парк ЦДН 7 мячей Кайзер забил. Там 7-3. ЦДН это... Прошлая команда Михаила Тимофеева из «Динамо», который, кажется, со своим новым клубом в полуфинал Кубка ЛФЛ не выходит. А мог бы играть в полуфинале Лиги Чемпионов. В общем, это таким образом, это получается три западных команды будут играть в четверке сильнейших в Лиге Чемпионов и еще две в Кубке ЛФЛ. Пять клубов, друзья мои. При том, что у «Севера» осталась всего одна команда, это «Гефест». У «Востока», соответственно, тоже одна команда, это «РМА». И у «Юга» одна команда, это «Тройка». Красноречиво. Ну а здесь момент у Ширинкова. Он не забивает, потому что там Чижиков на линии ворот сыграл удачно и подстраховал своего вратаря. Ну, у «Гефеста» момент за моментом просто. Пока мы тут с вами все результаты обсуждали. Штрафной на античной заработали. Котов выполняет подачу. Здесь для Чижикова все достаточно просто. Ну, кстати, вот у «Динамо» и Павел Фарафонов появился. И, вы знаете, я угадал. Он поменял Дениса Киселева. Хотя тут, конечно, секрет Польшинель, наверное. Киселеву требуется время на отдых определенный по ходу матча. Ну, а просто по позиции кого еще, да, можно было заменить. И Анохин заменил Голышева. При этом слева в обороне остался Митин, но они тут с Михаилом Тимофеевым периодически меняются. А вот у «Гефеста» замен нет. Прямо даже странно. Вот сейчас Гусев так бежит в сторону скамеечки из зоны разминки. И снимает куртку. Значит, сейчас выйдет. Королёв жонглирует мячом. Уже набил, наверное, 1000 ударов примерно. Но пока в его сторону Алексей Швыдин даже не смотрит. И там же находятся Станислав Станиславский, Алексей Хатулёв и Артём Варакин, который должен был выйти в старте. Но не получил, так сказать, подарка к недавнему дню рождения. Остался на скамейке и до сих пор на поле не появлялся. Ладно, штрафной для Ильи Чижикова. Хорошая позиция под левую ногу. Удар низом в стенку приходится. И Ширинков накрывает эту передачу. Возможно, с нарушением правил. Возможно. Такой пограничный момент. Но судья был ближе, чем я. И разглядел даже определенную грубость. Ширинков получает желтую карточку. Чижиков не получает травму. Это главное. Ну, а... Кстати говоря, Ширинков еще мяч выбил за пределы стадиона, так что еще неизвестно, за что карточка-то, за фол грубый или за дисциплинированное поведение. Ну, вообще, матч для судейства простой. Достался Дмитрию Ершову. И в этой паузе еще одна замена. Гусев вышел на поле вместо Романовича. Что ж, не так-то с игрой нападающих «Гефеста». Почему не у Корчагина, не у Романовича? У известных мастеров, в общем-то, ничего не получается. Ну, для Романовича, наверное, маловато времени еще. Может быть, получится чуть позже. Корчагина, в принципе, не так долго... Держали в команде, ждали, когда он начнет забивать. Но в действительности не стал он таким бомбардиром, каким мы его знаем. Митин. Центр смещается, бьет. Здесь пара рикошетов, но даже до Бурцева мяч не доходит.
Защитники выбивают. Шаренков. Но футбол сейчас, конечно, чисто любительский. Вот, во всех смыслах. Без центра поля команды бегут, теряют мяч, не доводят атаки до ударов. Такой немножко эмоциональный, но без интриги. Фарафонов против Идрисова. Ну нет, нет. Идрисов очень надежно, очень просто. Гусев. Идрисов еще успел подсказать Гусеву, что сейчас я добегу и помогу тебе. И действительно, едва не добежал. Анохин теперь против Лазбенева. Назад передача. Вот это здорово! Вот это момент! Ну, Андрей Тыняный! Классный кросс от Михаила Тимофеева. И Тыняному прямо в голову мяч пришел. Конечно, может быть, он чуть-чуть не успел оценить ситуацию, в какой точке находится, где ворота, и как-то подстроиться под этот пас. Но момент был голевым. И чуть ли не самым явным, по крайней мере, во втором тайме точно, у «Динамо». Павел Котов на ваших экранах. Сегодня правый защитник «Гефеста». Вот, кстати, вам не видно, но на табло довольно забавно. Четвертый тайм. И он действительно четвертый ведь. Резервный арбитр Игорь Елисеев. Очень так тонко. И в то же время в рамках правил команды подтролливает. Если бы там где-нибудь еще общий счет отображался, вообще был бы выше пилотаж. Тимофеев. Он все-таки обращает на себя внимание, как Гефест, с каким желанием играет в прессинг до конца. Да, сейчас высоко не нужно выбрасываться, и на своей половине поля в основном встречают соперника, но вот где сейчас был Андрей Моисеенков? Он поджимал в центральном круге, смещаясь практически с правого фланга своего оппонента. Доигрывал с ним по ситуации. Остался справа, Котов перешел налево. И вот сейчас Котов играет против Фарафонова. И фолит, кстати, но мяч у динамовцев остается. И 4 в 2. Атака. Не очень удобный пас Сергея Анохина. Но Тимофеев там попытался просочиться по лицевой, а в итоге... Я надеюсь, вы слышите, друзья. На самом деле здесь все по делу. Нужно такие передачи выполнять точнее, говорит Кирилл Орлов своим партнером. И атаку 4 в 2 на этом уровне нужно доводить, ну, как минимум, до опасного удара. Там, да, там всякое бывает, но вообще это 90% случаев гол должен быть. Но у «Динамо» сегодня не идет игра, это видно, и я не стал бы говорить, что кто-то не дорабатывает или не старается, наоборот, по самоотдаче-то, в общем, претензий, наверное, никому нет. Но по результату просто «Гефест» сильнее на этом отрезке сезона. В начале сезона «Динамовцы» лучше смотрелись, и это многих удивляло, и мы говорили, что... лидерство «Динамо» в чемпионате, их претензии на золотые медали – это сюрприз, это главная неожиданность сезона. Но в итоге нас по весне или даже летом определяются триумфаторы. «Динамовцы» в небольшой спад попали. Он совсем небольшой ведь в действительности, но достаточный для того, чтобы, например, вылететь из одного кубка. И, например, еще можно через недельку шансы потерять на серебро в другом чемпионате.
Анохин. Бьет, Бурцев не фиксирует мяч, и на добивание Тыняны, но... Пять не попадает в створ. Там Идрисов на газоне. И вроде бы даже от его ноги мяч за лицевую выкатился. Угловой. Тимофеев подает. Неплохо. Пробил Анохин. Точно в руки Бурцеву. И тот вперед. Голевую передачу на Алексея Гусева. Ну, голевой она не стала, потому что Гусев притормозил. И атаку развернул неточной передачей, к тому же. Но такая по мысли от передачи в отрыв. Фарафонов. На бровке. Анохин. Тыняный. Тимофеев. Анохин. Нет, здесь нарушение не зафиксировано. Чижиков бьет и попадает. 1-1. Илья Чижиков на 51-й минуте. Или по версии Игоря Елисеева на 111-й. Забивает впервые ворота Гефеста в этом противостоянии. И локальная ничья в этом матче. 4-1 по сумме двух встреч. Мухин. Гефест сразу же в атаку пошел. Хочется выиграть. Ну, все же довольно амбициозные люди, футболисты. И тут же момент с завершающим ударом Андрея Дрисова. В штангу мяч попадает. Вот интересно, Гефест в этом сезоне начинал Еврокубковую кампанию в Лиге Чемпионов. Хотя в прошлом сезоне четвертое место занял в чемпионате. Ну, там все совпало. И снятие с турнира Терминатора и победителя Лиги Чемпионов прошлого сезона Атлантиса. Гефест как финалист получил дополнительную квоту вместо Атлантиса как раз. Так вот, теперь, наверное, нужно ставить задачу выиграть кубок ЛФЛ. И, как ни парадоксально, это, наверное, не является более простой задачей. Очень серьезные соперники остались. Ну вот, как по мне, РМА Гефест должен проходить. А что там будет в финале? Кто бы ни был, и Трансконтейнер, и Титан. Конечно, это очень серьезные соперники. Вот, здорово против Анохина. Длинная передача. Ну, посмотрите, только за счет длинных передач. Туда-сюда мяч летает, как в настольном теннисе. И Королёв сейчас выйдет на целых 6 минут. У Гефеста. Аваракин. Аваракин не выйдет, судя по всему. Евгения Шеренкова Королёв меняет. Это значит, что он все-таки ближе к атаке на фланге будет играть. В центре поля Максим Мухин. Продолжает действовать.
И Идрисов везде. Лазбенев, скидка назад. Котов на Гусева. Гусев подключает Митина. Анохин разворачивает. Митин. Чижиков подключается к атаке. Ну, а здесь Тимофеев. В принципе, по мысли, наверное, правильно, но для этого... Для того, чтобы эта передача получилась действительно опасной, нужно было целый ряд обстоятельств соблюсти. Во-первых, должен был Анохин пойти порезче в центр. Во-вторых, пас поточнее или на менее удобной высоте для вратаря. Ну, в общем, тогда можно было что-то выжить. Сейчас, конечно... Это уже не важно. Идемся на своей половине. Вперед передача. Анохин выиграл борьбу. Фарафонов, Орлов. Гусев его прессингует. Проходит передача. Фарафонов на фланге. Можно было не убирать под себя. Подключает Орлова. Но здесь просто скорости не хватает Кириллу Орлову, чтобы уйти от подката. Тем более Гусев там вытянулся во всю длину. И просто поле кончилось, Орлов угловой заработал. Но если бы Фарафонов пораньше прострелил, может быть, и поострее бы получилось. Все-таки два игрока уже входили во вратарскую. Андрей Тыняный и Сергей Анохин. А здесь момент какой, надо забивать! Второй мяч, Никита Митин. Здорово на добивание. Тимофеев классно пробил с лету, Бурцев отразил. Защитники сработали невнимательно. 57-я минута началась в этой встрече. Динамо выходит вперед. А ну еще два гола забить. А ну посрамить всех скептиков, включая меня. Митин. Дальний удар, но надо в створ попадать, конечно, чтобы здесь какая-то угроза была. А вот не пропусти в том эпизоде, не привези себе, точнее, да, Динамо гол. Невынуждена же была ошибка, и Идрисов тогда вывел вперед свою команду. Вот тогда было бы 2-0 сейчас, и один мяч отделял бы динамовцев от серии пенальти. Тут, я думаю, мы бы совсем другие эмоции увидели. Митин назад, Гришину, да под левую, да под прессинг от Мухина, и дальше аутом все завершается. Вот таких ошибок многовато у Динамо. Такие ошибки не позволяют команде все-таки всерьез претендовать на победу по сумме двух встреч. А на победу в сегодняшнем матче Динамо претендует. Более того, близка эта победа. Лазбенев назад. Бурцев выносит. И получается даже точно, потому что Идрисов тут доработал. Гусев, Идрисов, заброс, нет, здесь Чижиков здорово сыграл. Моисеенко возвращается. И возвращается Анохин с Моисеенковым. Причем динамовский нападающий фалил. Придерживал соперника руками. Штрафной. Кто пробьет? Лазбенев с правой, Котов с левой, Моисеенков с левой. Я думаю, больше желающих нет. Вроде Лазбенев готовится. Ну и чуть больше минуты. Плюс какие-то там секунды добавлены. До финального свистка. Неплохой удар. Гришин уверенно отражает мяч. Котов. Ну просто вперед. Без ошибки.
И замена у Гефеста. А кто уйдет? Гусев покидает поле. Алексей Хатулев на минутку. Плюс, естественно, здесь тактические соображения. Но претензии вот на нашем мяче, не на нашем, здесь разницы нет. На самом деле здесь судья просто определяет, затягивает ли время команды в этом случае или нет. Бурцев вперед. Это Хатулева в аут. Показалось мне, что было там нарушение. Ну, слиберальничал Дмитрий Ершов. Лозбенев просто в центр. Игра рукой. Игра рукой у Андрея Тынянова. Это было видно. Ну, собственно, все. Время у нас истекло. Сейчас какие-то добавленные секунды, минута, может быть. И Гефест в атаке это время проводит. Идрисов штрафной. Нет, назад передача не проходит. Теперь у динамовцев возможно для контрвыпада. И неточной передачей Павла Фарафонова дело заканчивается. Идрисов назад, Лозбенев. Моисеенков. Хатулев. Королев. Мухин. Ну все. Да, надоело Дмитрию Ершову следить за этой атакой. Дает он финальный свисток. Динамо выигрывает во втором четвертьфинальном матче у Гефеста совершенно 2-1, но пропускает своего соперника в полуфинал. По сумме двух встреч Гефест был сильнее, 4-2. Ну а сегодня мячи забивали Андрей Идрисов, Илья Чижиков и Никита Митин. Прощаюсь с вами, друзья. Работал для вас Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной лиги, на следующей неделе.